Мы продолжаем нашу традиционную рубрику, рассказываем о работниках Магнитогорского металлургического комбината, победителях трудовых соревнований и названии «Лучшие по профессии». Лучшим бригадиром основного производства листопрокатного цеха номер 11 по итогам работы в октябре признан Александр Овчинников. О нем расскажет Юлия Никифорова. Александр Овчинников работает в 11-м листопрокатном цехе с момента его открытия, с 2011 года. Все важные вехи в развитии цеха, начиная с пуска стана 2000 холодной прокатки, проходили при нем. Александр Юрьевич очень гордится современным производством, оборудованием ЛПЦ-11, условиями труда. Поэтому работа бригадира участка основного производства, по сути, главного хозяйственника, от которого зависят поставки материалов для упаковки готовой продукции, ему пришлась по душе. В моем подчинении, значит, находится бригада подготовки производства. Туда входят резчики холодного металла, водители погрузчиков, бригадиры. Это командная работа. Командная работа. Если команда работает хорошо, то и все работает хорошо. Я считаю так. Главное, чтобы люди дружно и ответственно подходили к работе. Бригадиром основного производства Александр Овчинников был назначен в 2016-м, а в октябре этого года уже был удостоен звания «Лучший по профессии». Коллеги по работе говорят, где Александр Юрьевич, там порядок и слаженная работа. На его плечах лежит заявка по реквизитам по всему участку, значит, списание этого материала по итогам месяца. Ну как, насколько надежно плечо? Да на все 100%. Поэтому Александр Овчинников – наша надежда и опора в работе. Все вовремя, все надлежащего качества. В принципе, для моего агрегата, что мне положено, всегда все вовремя, всегда все есть. Работа бригады подготовки производства – завершающий этап в производственном процессе ЛПЦ-11. Именно отсюда готовая прокатная продукция отправляется к потребителям. В среднем бригада упаковывает по 130 рулонов металла за смену. По словам лучшего бригадира участка, родной цех, бригада никогда не подводит. Вот, пожалуйста, значит, рулон готовой продукции, упакованный согласно схемам, полностью готов к отправке потребителю. Хоть сейчас в вагон и поехали. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВН.